Старый дом открыл новый сезон. Премьера спектакля «Петерс» поставил его главный режиссер театра Андрей Прикотенко. В основу постановки лег девятистраничный рассказ Татьяны Толстой. В спектакле полностью сохранен текст рассказа Толстой «Петерс». Там не убрано ни одного слова и ни одного слова не добавлено. Звучат рядом еще стихи Иосифа Бродского. Вернее, фрагмент его поэмы «Два часа в резервуаре». И все. На премьере звучала еще и рок-музыка. Артисты устроили концерт в фойе театра, а на сцене в это же время уже начинался спектакль. И заходившие в зал зрители становились свидетелями фотосессии. За ней, как выяснилось, наблюдал и главный герой – Петерс. Мужчина пришел сделать портрет на надгробие, но не знал, как сообщить о своем присутствии фотографу. Петерс вообще не знает многого. Его воспитывала бабушка, которая научила внука хорошим манерам, усидчивости, но не объяснила, как общаться с другими людьми. Герой пытается как-то устроиться в этой жизни, но постоянно сталкивается с фантомными переживаниями из своего детства. Насколько мне известно, она к постановкам своих произведений относилась, либо относится до сих пор с такой очень осторожностью, потому что была однажды очень неудачная постановка какой-то из ее романов, то ли «Кысь», возможно, другого. И после этого она очень не хотела кому-либо давать, но пошла нам навстречу, и я думаю, что это соединение прекрасной литературы и, как мне кажется, очень хорошего театра, оно состоялось.